Ой, такое солнышко яркое. Здравствуйте, мои дорогие. Ну что, начинаем со смешного котенка. Леночка Карих прислала вот такой виртуоз. Спасибо, Леночка. Уже ничего не спрячешь. Он и холодильник открывать научится. Способный какой. Так, а теперь вот Любаша из Бердска прислала собачку. Любит ездить на машине. И всеядная. Ест все. Люба пишет, от сырой картошки, кабачков, морковь. Ну, это ж прелесть, а не собака. Ой. И утки у них какие там плавают. Никого не боятся. Спасибо, Любаш. Пошли на поле гулять, тут дичка растет, облепиха, собака вон кушает ее с удовольствием, да, Ванечка? Витаминчики, кушай витаминчики. Вот она. Там ролики без звука, потому что сначала Любаша мне прислала, а там была музыка. Я же не могу с музыкой. Меня авторские права сразу зарубят. Вот. И она мне, умничка какая, прислала уже без звука. Вот. Что я решила, мои дорогие? Я решила купить себе карту и отмечать... Ставить флажки. Ну, в тех местах, где вы живете. Так что вот куплю карту, и я вас попрошу, чтобы вы мне все, мои дорогие, кто меня смотрит, чтобы в комментариях написали не сейчас под этим видео, а то я потом потеряюсь, а вот как карту куплю, покажу вам. И вы мне напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я всех не могу упомнить, кто откуда, сами понимаете. И я это дело все поотмечаю и посмотрим. Прям вот интересно. Я и так понимаю, что много разных городов. А как это будет на карте выглядеть? Посмотрим. Так, ну а дальше это я. Не забыла про кусок видео, чтобы вы про меня не забывали. Немножко меня. Ну вот, Толик, как всегда, через минуту буду. Я уже покурить успела. Так и нет дождя, мои дорогие. Облака, облака, а толк никакого. Вот парень, вот тот, ну, маленький человек, вот хочу вам сказать, никаких комплексов нет. Молодец.
такой самоуверенный, такой вообще. Тоже переходит из магазина в магазин. Его там что-то попросили сделать, а он... Я не кассир. Ну где? Машин. А помните, я вам зимой показывала пустые улицы? Скоро все разъедутся. И будут опять пустые улицы. Ну что, купила же опять арбуз. Вчера выбросила. Купила теперь в другом магазине. Интересно, не с одной, а не партии. Я полазила в интернете, там написано, что они настолько напичканы вот этим дерьмом всяким, что они начинают изнутри гнить от такого количества нитратов. Вот он едет, голубь. А это Юля из города Клина Московской области еще видео прислала. Молодец, какой город-то красивый, а? Ну, я знала всегда, что там Чайковский там жил. Ну, вот сколько раз проезжала на поезде, на машине, но никогда не заезжала в сам Клин. А посмотрите, там какой в центре-то вот эти здания-то какие. Это ж моя любовь, старинные здания. А вот что за девочка Грибница? Почему Грибница? Почему ей памятник? Почему она визитная карточка? Юленька, может, расскажете? Интересно. Спасибо большое, дорогая. Можем покормить голубей. Их всегда здесь много. Сейчас подойдем к фонтану девочки Грибницы. Сейчас мы находимся на Соборной площади города Клин. Здесь идет реконструкция собора. Впереди находятся торговые, старые торговые ряды. Это внутри торговых рядов. Иванова лавка. Тимофей Челышев. Это парк за торговыми рядами.
вон там. А это памятник Петру Ильичу Чайковскому. Оксаночка моя дорогая. Вот, ну, такая молодец. Я уже смеюсь, я говорю, Оксана, ты как секретарь у меня. Она на все комментарии там отвечает. Ну, такая молодец. И видео снимает. Вот на Беляус съездили и видео сняла. Умничка. Спасибо большое, Оксаночка. Ой, когда вот я попаду на Беляус. С Мариной разговаривали. Они же, получается, едут 10 человек. Все летят на самолете практически, а Марина с Сережей на машине. Но все же ведь не влезут в машину-то. Как вот ехать туда? Машину надо еще брать, что ли? Ну, наверное, придется. Но ведь хочется же на открытое море-то, правда? Да. Сегодня на Беляусе аншлаг. А, народу сколько. Кучи. Машин много. Вон там наш опелек стоит. Водичка чистая. Да, Бинка? Да, Бинка? Да, Бинка? Давай, Бинка. Башмак. Вот любитель. Плавать. Водичка супер. Главное не перегреться. А то чувствуется, что холодная как будто бы. Идут тоже не видно. Это вам будет две фотографии. Это я в Алинкиных фотографиях нашла. Черноморск. 6 лет назад, когда мы приехали. Ну и пляж изменился, конечно. Сейчас уже совсем не такой. Просто как подумаешь, 6 лет уже в Черноморском. А в Крыму
7. Сейчас вот будет, мои хорошие, 26 числа. 7 лет, как я тут живу. Такой кусок жизни. Вообще обалдеть. Вот, так что посмотрите, 6 лет назад. Ну, на этом пока все, мои дорогие. Присылайте еще видео. Вы большие молодцы. Только не забывайте держать телефон горизонтально. К этому просто нужно привыкнуть. Молодцы. Спасибо вам огромное. Присылайте еще. А я поеду завтра в город, буду искать карту. И вам потом покажу, сколько по всей стране. Но это надо карту найти, Российскую Федерацию, чтобы покрупнее было. Надо будет поискать. Но если тут не найду, то уж тогда до Питера или до Мурманска, уж там-то, наверное, найду. Но мне очень хочется. Ну все, мои дорогие, спасибо всем огромное за внимание. Жду ваших видео. Пока-пока.